Ковровая дорожка, роскошные платья, яркий макияж и длинный подиум. Воскресный вечер в парке Лукоморья выдался по-настоящему блестящим, пышным и громким. Здесь прошел фестиваль моды, красоты и искусства «Шоу Легенд». Так назвали мероприятие организаторы. 12 очаровательных моделей вышли на подиум, чтобы показать сногсшибательные наряды. У них мини-группы. Мы не мешаем участниц, которым 25 лет и которым 55 лет, а у нас именно участвуют от 18 до 70. У нас нету ограничений. Мы их делим на несколько, соответственно, групп, которые подходят друг другу по возрасту, по там мисс, миссис, да, замужем, не замужем. В программе фестиваля конкурс красоты, показ дизайнерской одежды, а также концерт, насыщенный зажигательными песнями и чувственными танцами. Сразу после выступления награждение стилистов, фотографов, артистов и всех, кто помог организовать праздник моды. Королевой праздника моды стала дизайнер Ольга Еремина. Каждый наряд, в котором модели выходили на подиум, ее авторская разработка. Творческий взгляд на индустрию моды и женской красоты. Но у меня такой индивидуальный крой, который садится на фигуры разных размеров. Разные фигуры индивидуальны, очень интересно всегда. Я еще как и визажист выступаю, то есть я тоже целый день помогаю девчонкам, делаю их красивыми. Формирую их, подчеркиваю их индивидуальность. Участницами фестиваля стали представительницы самых разных профессий. Мария Сорокина работает в сфере атомной энергетики. Профессия сугубо техническая, но вне работы Мария с удовольствием находит время перевоплотиться в супермодель. Это особый такой тонкий мир, это абсолютно другой. Там мы такие технари, там мы такие экономисты, а здесь... Вот именно то, что, видимо, у меня в душе где-то сидит. И мне хочется вырваться вот в этот вот невероятный мир, где я наполняюсь, я получаю дополнительный заряд энергии. Этот модный фестиваль проходит в Химках второй год подряд. Главная особенность праздника – в конкурсе красоты нет проигравших. В финале фэшн-фестиваля каждая участница получила заслуженный титул и награду. Юлиана Мазырина, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.